Тигр Степан, которого изъяли у браконьеров, уедет из Подмосковья в Великий Устюг. На днях департамент природопользования передаст животное в зоосад Деда Мороза. Степан попал в центр передержки животных зимой 2015-го. Тогда ему было предположительно 4 месяца. Сейчас он уже взрослый тигр. Приехал туда он из Нижневартовска, где его забрали у браконьеров, которые хотели продать тигренка. В Москву Степан прилетел на самолете, жил в отдельном вольере. Но когда тигр подрос и окреп, его решено было передать в филиал московского зоопарка зоосад Дед Мороз в Великом Устюге. В дикой природе так долго прожившее животное рядом с человеком просто не выжило бы. Это место в Великом Устюге, кстати, находится в живописном сосновом бору на берегу реки Сухона и занимает площадь в 7,5 гектаров. Для тигра уже подготовлен отдельный просторный вольер площадью в 240 квадратных метров, где есть бассейн, игровые тигриные приспособления и внутренние обогреваемые помещения. И, к слову, даже соседи у Степана будут хорошие. Там живут не только медведи, но и волки, лисы, лоси, северные олени, бобры, белки и даже экзотические животные. Верблюды, моралы, альпаки и африканские страусы.